GearBest The Best. Сегодня у нас USB, микро USB кабель ROG. Кабель качественный в форме ленты. Упакован в очень пристойную упаковку. Нам просто высшего класса. Произведен 27 апреля 2016 года. Приехал в мае 2016 года. Значит, кабель специально у нас написано для зарядки, быстрой зарядки. Так, на обратной стороне, ну так, общая информация, куда можно вставлять, в какой Samsung или не Samsung и так далее. Всякие лейблики, где сделано, штрих, баркод, голограммка, защита. Итак, вскрываем это чудо. Так, сам USB кабель вот так вот симпатично упакован. Вот он. Тут у нас инструкция. Еще и печать на инструкцию. Типа как гарантийный талон. Ясно, что она и на китайском, и на английском языке. Вот warranty card. Ну, этот warranty card нам с вами в нашей стране, ну или в вашей стране, вряд ли понадобится. Откладываем. Вот что нас интересует. Вынимаем. Хорошо зафиксированы в упаковке эти штуки, да? То есть видите, вот оно так анатомически их огибает. И чтобы вынуть, надо приложить небольшое усилие. Мы его приложили. Очень приятный пластик на ощупь. Действительно видно, что тут у нас точно присутствует качество. Она такая резиночка, знаете, реально как резиночка эластичная. И вот если сравнить к Xiaomi, идет тоже такой кабель, да? Он очень похож, но он более, ну, более грубый, да? Вот он держится. А этот более легкий и эластичный. То, что легкий, он приятная тяжесть, но видите, он в любую сторону, он более эластичен, а значит, должен быть более долговечен. Микро-USB немножко, как мне кажется, удлинена, то есть должна подойти и для беспроводной зарядки. Очень удобная вот эта штука, то есть такой фиксатор, да, вы собрали кабелечек, вам не надо большая длина, вот вы его скрутили, взяли тут вот, зафиксировали, все, он держится, и проблема разматывания, вот ROG написано, всяких там плохих кабелей, которых надо наказывать, она решена. Так, как работает? Проверим, да, через Xiaomi-шный Powerbank. Значит, USB вставляем сюда, а с micro USB попробуем зарядить, например, планшет BlackBerry. Так. Так, что у нас здесь? Ага, вот такой стороной вставили. Оп. Пошла у нас зарядочка. Вынули. Нет зарядки. Вставили. Пошла зарядочка. Отлично. Работает отлично. Так, хорошо. Что еще мы можем попробовать, на чем его? На беспроводной зарядочке вот такой. Ну, под которую я, наверное, его и покупал. Он даже, видите, по цвету подходит. Сейчас дойдет ли энергия у нас сюда? Вскрываем заглушку. Берем кабель. О, есть контакт. Видите? Дело в том, что в эту зарядку идет микро USB повышенной длины. Да? И вот
именно тут немного больше этот microUSB, чем обычный. Но этого хватает, чтобы вот защелкнуться, приятный щелчок произошел. Да? И штука, видите, начала подсветка работать. Все работает. Отличного качества кабель. Очень советую покупать. Gear Best The Best. Всего хорошего.